Меня зовут Португальская Вела Альбертовна, начальник отдела эксплуатации садов и территории Русского музея. Мы находимся с вами в летнем саду. Летний сад – это самый первый сад в Санкт-Петербурге, самый первый императорский сад и первый сад, построенный в европейской традиции, стиле со стриженными формами растений для того, чтобы показать, что человек может приручить природу, может сделать лучше, чем природа. Была такая мода, и это вот самый первый образец. После летнего сада появились остальные наши знаменитые сады. Естественно, для ухода за садом таким, в который очень много посещаются людьми, и в котором такие разнообразные зеленые насаждения, требуется много инструментов. И для работы со старовозрастными деревьями, и с новыми посадками. Это не только стрижка, это и санитарные обрезки, это очень много у нас кустарников посажено в садах. То есть нужно вырезать сушь, нужно подрезать, создавать форму кустов. Естественно, на партерных частях все время косится газон. И мы очень рады пользоваться техникой фирмы «Макита», потому что Петербург, мы знаем и сейчас даже видим, что это город с непредсказуемыми погодными условиями. В любой момент может пойти дождь, подуть ветер, подняться пыль. И поэтому пыль и влагозащищенный инструмент способствуют тому, чтобы работы в любых условиях не останавливались.